Первые показания после побега экс-глава Минимущества Вадим Меренков выступил в качестве свидетеля по делу Юрия Гамбурга. Обоих обвиняют в незаконной продаже муниципальных земель в поселке Чукреевка. В период их работы в Департаменте имущественных отношений. Правда, пока один находился в международном розыске, второму успели дать срок 5,5 лет тюрьмы. Сейчас защита Гамбурга пытается оспорить решение суда и очень надеется на показания Меренкова. Да и сам беглый чиновник настаивает, никакого сговора не было, ни с кем из покупателей участков лично не знаком, а часть заявок и вовсе рассматривалась вне департамента. Он говорит о том, что какого-то преступления ни он, ни Гамбург не совершали. Ну, какого-либо вообще при выделении вот этих спорных земельных участков. Адвокат же Гамбурга Олег Любушкин, между тем, заявил об отводе одного из судей. Причина – личные обстоятельства. Сын Юрия Березина работает помощником судьи в Центральном суде, там же, где председательствует Алексей Полищук, который вынес приговор его подзащитному. Мотивация моя на отвод была в том числе и та, что судебное следствие в апелляции прошло необъективно. Но повод для отвода я указал конкретный. То есть зависимость судьи от действий Полищука. Чем закончится апелляция, узнаем через неделю, когда свое слово по делу Гамбурга скажет гособвинение.